кричащее сердце. Отзовись. Я стою в вере сейчас и молюсь за это сердце. Отзовись. Отзовитесь, люди, на боль других людей, которых Бог приводит в это место. Знаешь, какие-то даже 500 евро в месяц я увидел для людей, это жизнь. Есть люди, у которых нет ничего, но у них есть Бог, и Он хочет через тебя построить их жизнь. Ты говоришь, как мне помочь этим людям? Он хочет взять нас всех, собрать, чтобы каждый из нас стал источником. Чтобы каждый из нас. И просто охал и ахал. Открыл ресурсы. Небо. Веру свою. Бог, ты говорил о чудесах твоих. Я верю, что мы увидим эти сердца. Я заранее благодарю тебя за твою жертву. Я знаю, есть люди, которые даже у них нечем посеять, пожертвовать, но они хотят. Я благодарю тебя за это желание. Я знаю. Я сам такой. Я много мечтаю, что я сею людям, что я даю. И это не малые суммы. Иногда я закрываюсь в кабинете и мечтаю, как Бог через меня сеет. Но это не только мечта, это желание моего сердца. Я верю, что сейчас это взорвется в духовном мире. Я верю, те, кто может, они это сделают. Поверь, я как человек ни в чем не нуждаюсь. И тех, кто уже в царстве, не нуждаюсь от тех, кто идет навстречу. Даже если мы умрем от голода, мы не умрем, потому что мы в вечной жизни. Но что-то должно здесь гореть. Кого-то мы должны обеспечить, взять под покров, защитить, купить одежды, снять жилье. Просто купить сувенир. Да просто купить еды. Люди, отзовитесь. Отзовитесь, сердца. Которые смогут это сделать. Поверь. Делаешь в ущерб себе, когда ты будешь сеять в Бога. Я верю и вижу эту картину.
я вижу сейчас эти материалы, которые люди собрали на свои черные дни. Собрали. Они не знают даже для чего им ничего не нужно. Я вижу, как разрывается сейчас эта завеса. Жизни. Пастор сказал, он мой друг, он пастор. Пастор, он служит в России. Богатый человек. Но я так улыбнулся ему. И через 10 минут мне позвонила Элина. И говорит, Леша, присядь. Я говорю, окей, я присел. Присядь, присядь, говорит, я присел. Я услышал пророчество. 10 минут назад. И она говорит, на наш церковный счет поступило 4000 евро. И 1000 евро в нашу семью. И я также хочу тебе сказать, как мне сказал этот пастор, друг, он служит в Санкт-Петербурге. Его имя известно многим. Его зовут Дмитрий Розов. Я также хочу дальше пустить эту передачу и сказать, ты богатый человек. Святой мне сказал это сделать. Он сделай, говорит, пусть потечет. И тогда ты ни в чем не будешь нуждаться. Да, именно ты богатый человек, который будешь сеять в судьбы людей, который будешь обеспечивать служение. Жить от этого. Тебе будут говорить, зачем ты это делаешь, а ты будешь говорить, я это люблю делать.